Картинная галерея прописана на улице Коммунистической, и мимо нее вы точно не пройдете. У входа в двухэтажное здание чугунный барельеф знаменитого живописца. Здесь изображен известный художник Николай Сысоев. Он уроженец села Сланское, Лев Толстовского района. Именно по его инициативе здесь открыли картинную галерею. Галерею открыли в 87 году. Сысоев к тому времени был уже состоявшимся известным московским художником, который сделал себе имя на ленинской теме, ну а малой родине не забыл. Несколько залов занимает живопись самого Сысоева и его жены Нины Скорубской. Те подарили Лев Толстовцам десятки своих полотен, понятных и приятных неискушенному глазу. Салонных картин они не писали, работали для народа. Есть живопись для крайне ограниченного круга эстетствующих субъектов. И есть живопись для широкого круга людей. Так вот, живопись Николая Александровича, она как раз для широкого круга людей. И Николай Александрович художник, ну, исключительно национально-русский. Мастер картины на современную историческую тему Николай Александрович стремился в своем творчестве охватить все многогранные стороны истории нашей страны. Это лениниана, коллективизация, Великая Отечественная война, труд и быт советского колхозного крестьянства. Художник писал о том, что было актуально, что волновало и затрагивало каждого человека. Центральное полотно экспозиции «Коллективизация», пожалуй, самая знаменитая и узнаваемая картина Сысоева, написана по его детским воспоминаниям. Это далекая история, это где-то там 50 с лишним лет тому назад были события по организации колхозов. Николай Александрович помнил эти события с детства, ему было 12 лет, и когда он стал профессиональным художником, он решил эти события отобразить на холсте. И картина интересна тем, что она написана по материалам его родной деревни Сланское. Многие люди позировали ему для этой картины. Пейзаж как раз написан в селе Сланском. Эта картина была выставлена в 1967 году на Всесоюзной выставке в Москве. И Борис Иогансен, это известный был советский художник, который возглавлял к тому времени секретариат Союза художников СССР, сказал, что художник Сысоев исполнил великолепное полотно. Удачно найден композиционный центр, удачный типаж. Работа серьезная и заслуженно привлекает внимание зрителей. То есть она была по достоинству оценена. Художника считают отличным колористом и мастером сюжетного письма. К некоторым полотнам Сысоев делал по 150 эскизов, а еще ему были подвластны все без исключения жанры. Говорили, что вот если бы Николай Александрович занялся только портретом, он был бы непревзойденным портретистом. И я помню, я Николаю Александровичу передала слова, он сказал: нет, я всеядный художник. Я люблю и портреты, я люблю и пейзажи, я люблю и натюрморты, и, естественно, сюжетно-тематические картины. За четверть века здесь прошли сотни выставок. Лев Толстовцы видели и липецких художников, и российских. И уже не верят, что жили когда-то без живописи. Тут часто вспоминают Сысоева, который говорил: «Для поселка галерея не роскошь, а необходимость. Для воспитания художественного вкуса и приобщения к миру прекрасного. Прежде всего, молодежи».